Сотни товаров по доступным ценам. Первых покупателей гипермаркета ждали приятные сюрпризы. На открытии Губкинск-молла пришли десятки горожан и по достоинству оценили ассортимент магазина. Не ожидал, что магазин будет в таких масштабах, таких размерах, с таким ассортиментом. И в общем и целом довольно хороший магазин. Довольно большой ассортимент и разнообразный. Попал в число 10 счастливчиков, одним из первых зашел в магазин и купил себе водолазку. В Губкинск-молле широкий выбор качественной женской и мужской одежды, обуви и аксессуаров, детских вещей, игрушек, домашнего текстиля. В магазине есть и отдел брендовых товаров от ведущих мировых производителей. Цены очень низкие, вот это удивляет, то что на такие вещи очень завышают цены, а здесь можно приобрести недорого. Стильные новинки сезона и вещи из базового гардероба, эффектные вечерние модели и одежда на каждый день. Здесь можно подобрать актуальный образ и подчеркнуть свою красоту обувью, сумочкой и украшениями. Команда профессиональных консультантов поможет выбрать товар как детям, так и взрослым. Ассортимент очень большой у нас в магазине. Вас всех приглашаем в наш магазин. Да, ситуация немножко не очень благоприятная на данный момент, но я думаю, все будет хорошо. Товар мы привезли очень хороший, вам всем понравится. Я думаю, что вы будете все довольны. Приглашаю вас всех в наш магазин. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Приходите и убедитесь сами. Промзона, первая панель, торговый комплекс «Оранжевое лето». Зинаида Исаева, Руслан Утанов, новости Губкинского.